Всем привет! Хочу сегодня поделиться своими покупочками. Купил я сегодня вот такую вот смывку. Это для компаунда снимать. Вот такая вот она с китайскими, английскими буквами, короче. Прикольная штука. Кому интересно, сниму видео, как ей пользоваться. И как она работает, как она смывает. Собственно, поставляется вот в таком вот флакончике. Вот такая вот она. Вот это вот смывочка. И тут ее вообще полбутылька. Полбутылька. Вот такая смывка. С китайскими. Я, с одной стороны китайский, с другой английский. Короче, буквы. Короче, вот такая смывка. Потом я купил вот такой трафаретик. Мне надо как раз перекатать прот с МТ. Короче, 6589 по 780-го. Потом купил еще кислоту паяльную и купил еще ортофосфорную кислоту. И сегодня самая такая главная покупочка, это вот, вот такие вот я купил штучки, лопатки. Потихонечку собираем. У меня просто была одна лопатка, сейчас покажу какая. Где она тут у меня? Вот она, вот такая лопатка была. Ну, я еще купил, чтобы были разные, они пригодятся. Лопатки — это всегда нужная вещь. Так что, собственно, вот такие вот у меня покупочки на сегодня были. Кислоты и вот такая вот хрень. Так что будем паять. Всем удачных ремонтов и до новых встреч. Пока.